Во Всемирный день солидарности в борьбе с терроризмом в Мытищинском дворце молодежи состоялась акция, цель которой — напомнить о трагических событиях, произошедших в Беслане 1 сентября 2004 года. Тогда больше 1000 взрослых и детей оказались в заложниках. Жертвами террористов стали 334 человека. Воспитанники наших студий и кружков придумали интересный флешмоб, как раз таки направленный на то, чтобы абсолютно все помнили эту памятную дату и знали, что против терроризма нужно бороться, что терроризм – это зло, и каждый, пришедший к нам по желанию участвовать в этом флешмобе, нужно сфотографироваться с хэштегом «Беслан», с хэштегом «Против терроризма», с хэштегом «Стоп терроризм». В этот же день во Дворце молодежи состоялся День открытых дверей. Организаторы подготовили для детей и их родителей не совсем обычное знакомство с различными кружками и секциями дворца. Каждый из гостей становился участником занимательной игры, в ходе которой мог узнать, чему его здесь научат, а также показать свои навыки в том или ином виде творчества. Народный театр «Окно» подготовил, допустим, интересный квест, по результатам которого все не только могут познакомиться между собой, но еще и познакомиться с территорией Дворца молодежи, то есть того места, где им предстоит так или иначе заниматься. Есть мастер-классы по аквагриму, есть мастер-классы по замечательному театру «Огня», который тоже у нас базируется. Вот, точно так же у нас происходит набор в огромное количество самых разнообразных и интересных секций и студий, куда мы, естественно, всех приглашаем.